хозяев, фестиваля. Решили для вас тоже поиграть немного. Пару часиков. Я боюсь, это будет уже застольное отделение. А это что за группа, объявите? Это группа. Это что за парни? Бесконечная история. Сегодня же сочельник. Сегодня волшебная ночь. Да? А когда гадают, кстати, девушки? На суженого, наряженного, не сегодня? Сейчас начнем. Кто начнет? Гадать. Гадалки не ходи. Сейчас начнет как гадать. Как начнет гадать? Это я сам с собой, что ли? Хорошо, с умным человеком поговорить, да? Приглашаем кучу музыкантов, наших друзей. Группа «Одна ночь», ездили с ним недавно на фестиваль «Осенний листопад», выступали на реке Клязьме, великолепно было. После этого они потеряли бубен. Или не бубен, как тамбурин. Не хотели уезжать оттуда. Вот. Андрей Корнилов, вот группа «Бутлегер», сыграл с нами когда-то на басе, помните, наверное, такого. Сергей Маслов у нас там за кулисье. Наш барабанщик Даша Долинина, группа на третий день играла с нами. Так что, в общем-то, все люди знакомые вам. Я вчера в гусях играл. Попоем! Поехали. Сегодня у нас бас-барабан здесь. Эксперимент. Даша от нас ушла! И Андрей Корнилов. Есть? Нет. Антон, больше нету почему-то. Появился. Ну что, поехали, ладно? Ты просто пой? Да. Поехали.